традиционно спортивный подготовительный сезон завершается подобного уровня соревнованиями. Первенство города Сочи по ушу – это как отчет о проделанной работе за год. Показать своим родителям, друзьям все, чему обучились за этот период. Вначале на ковер выходят самые юные спортсмены. Возраст участников у нас 6 лет. Группа 6-8 лет, 9-11, 12-14, 15-17 и взрослые спортсмены. Выполняют виды ушу, ушу-таолу и традиционные виды ушу. Оценки обычно выставляются за сложность движений, четкость их выполнения, а еще и за театральность исполнения. Григорий Гвашев, ушу не новичок, 5 лет упорных тренировок принесли свои результаты. В этом году я выступала на чемпионате России, стала двукратным чемпионом России. Перед этим я выступала на чемпионате Южного федерального округа, стала там трехкратным чемпионом. В прошлом году я выступала на спортивной Европе, я там тоже победила. Сочинские спортсмены вошли в сборную Южного федерального округа. С чемпионата по традиционным видам ушу они привезли 8 медалей, 4 из которых золотые. Сами ребята признаются, выбирают ушу за то, что этот вид спорта красивый, с добавлением акробатических элементов, неконтактный, значит, менее травматичный, более всего учит умению защищаться. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.